Всем привет, дорогие зрители и поклонники моего канала. Сегодня я вам расскажу о My Little Pony, о том, что оно больше не будет, четвертого поколения не будет. И все, его как бы нет, но не так, будет пятое поколение, но это не скоро. Или будет четвертое и пятое, четвертое-пятое, такое. Главными персонажами будут в пятом поколении, это, наверное, та шестерка, которая учится в школе. А четвертое поколение, то, что оно закончилось, я расскажу вам подробно. То, что вышло 26-я серия My Little Pony, как бы все, его нет. Вот Спаркл взросли уже, и Спаркл тоже. Я вам ссылку дам на видео, где уже два взрослые, спойлер такой, 59 секунд идет, вот так, и вот. Ну, предполагаю, что пятое поколение будет в 3D анимации, как видео, где Пинки была 3D анимация, где она вставала из коробки игрушки Пинки Пай, ее самой. Если вы видели My Little Pony Official канал. Так что вот такие новости. Хорошие и плохие, как говорится. Да. Такие новости. Хорошая новость, то что будет пятое поколение. Я предполагаю, то что персонажи другие. 3D и все совсем будет в другом. И похоже, то что My Little Pony больше не будет. Все, его нет. Старые персонажи больше не будут, их, наверное, удалят, или они останутся и будут продолжать жить в пятом поколении. Наверняка так же. Они постареют. Так, главная шестерка отплавает, будет взрослая, сидеть на троне. И никогда не будет стареть. Ну, вот так вот. Как говорится. Всем спасибо, пока, всем. Вы были на канале Вова Ченнел. Всем пока и всем желаю удачи. Подписывайтесь, ставьте лайки.